Всем привет, дорогие телезрители и зрители нашего канала. С вами Андрей и Александр. И сегодня мы будем играть в страшную игру под названием Slendy Tubes. Эта игра сделана была на движке Source, ладно, шучу, Unity. И это, в общем, прикольная версия. Что бы получилось, если в игру добавили бы телепузиков и кого, Slender там, да? Ну или Survival V, вот так примерно можно. Это такой же хоррор, в принципе. Ну ладно, погнали уже, давай. Так, тут начались опять скримеры. Тут главная задача собрать 10 мисок, я не знаю, с чего, с кремом. С кремом. Что может быть розовым? Лазурил какой-нибудь. Ну ладно, мой... воображение рисует другое. Короче, ты веди, ты знаешь больше меня эту игру. Да, я проходил уже ее несколько раз полностью и знаю, где что собирать. А я буду по хардкору банихопить. Так, мы два собрали. Тут деревья падают, блин, я не знаю, да, как вот такая физика. Деревья падают, сопротивляются. Анимация, мне кажется, плохая в этой игре. И вообще, в этой игре, кстати, есть... Блин, куда ты побежал? В этой игре есть мод... Нет, не мод, а кооперативная игра. И, например, вы играете за вот этих страшилок, главных телепузиков. Слендер-телепузик. Да, наподобие слендер-телепузик. Блин, как это слышится странно. Вот у тебя что воображение рисует, когда ты слышишь слендер-телепузики? Телепузик. Не знаю. Блин, ненавижу, когда встает этот... блин. Всегда его боюсь, вот сколько бы я тут ни ходил, всегда боюсь этого желтого телепузика. Ну, это если, конечно, первый раз играть. Я до сих пор боюсь, особенно этот звук, жесть. Мне уже просто хватило игры 5 ночей, или как она называется. Кстати, играл в игру 5 ночей, где там скримеры просто жуткие? Нет, еще. Нет, а мне показалось... Подожди, а ты смотрел видео по этой игре? Да, смотрел. Ну вот, вот это реально жесть игра. От этой игры я реально испугался. Так, истеричек еще нету тут. Нет, истеричек еще нету. Так, сколько мы собрали? 3? Или 4? 4. 4, да. Так, куда теперь? Ну, сначала, наверное, думаю, где тут? В пещеру, думаю. Ну да, я тоже. Тут если уже собрать 7 или 8 мисок, то за вами эти фиолетовые телепузики будут бегать так же самым, как вы бегаете сейчас, вот как я. В общем, они будут бегать впритык к вам сзади и дыша вам в спину. И ждут, пока мисс вы обернетесь. Да, окей, токийский дрифт. О, 5 из 10, отлично, нам осталось только же собрать. Кстати, в этой игре я как-то раз играл в эту игру, в общем, и начал лазить по горам. Просто лазить по горам. Да, тут можно, кстати, лазить по горам. Да, тут просто багнутый прыжок, тут что хочешь можно. Зря за край карты нельзя уйти. Капец. Деревья сопротивляются. Блин, ты видел, я прошел сквозь дерево, или что это было? Баг, что ли? Ну я просто бежал вперед, и на меня дерево вроде бы падало, а я прошел. Не знаю, может быть, просто я прошел, а дерево упало. Ну, потом. Возможно. Просто не пойму, что ты остановил. Блин, вот ненавижу эти резкие скримеры. А, еще мы забыли упомянуть. В этой игре есть 3 режима. Как бы день, вечер. И ночь. Да, мы играем ночью. Мы выбрали ночью, потому что это самое хардкорное, что может как бы заставить немного понервничать. Знаешь что, мне кажется, они перепутали вечер с ночью. Мне кажется, сейчас вечер, потому что мы видим еще светлое небо. Если была бы ночь, мы домик нашли. Если была бы ночь, мы ничего не видели. Такой домик телепузиков. Зачем? Можно даже наверх выйти. Ну да, я наверх, кстати, или нет, лучше не пойду. Так, сколько мы собрали, где эти... Зависимости... Блин! Вот это они не начались, Георгий. На меня твой орал, капец. Да, у меня такая же фигня. Ты бежишь за мной?
А вот я как раз я и потерял. Ты где зеленая трава? Ну, не зеленая, а по дорожке. А, вон он, все, разворачивайся. Только не на меня, не бежи, то, что сзади меня, возможно, уже тыщет этот телепузик. Я хотел упомянуть про вещь одну. Сколько игроков на сервере? Например, 2, 3, 4. Кстати, все, последнюю ты можешь забрать, и мы выиграли. Одну ноту только миску. Например, 2, 3, 4 бесконечных игроков, столько будет и противников, вот этих фиолетовых скримеров. Нет, фиолетовых низкополигональных бустеров, ладно. Я уже забыл, где последняя. Да я тоже, кстати. Ну и где мы? В каком месте? А, мы плакачивы. Где этот? Где красный телепузик? Должны мы туда пойти. Там мы там забрали. Разве? Да. Удивительно. Так, я сделал круг, надо обратно бежать. Блин, а зачем я повернулся? Походу не туда пробежались. Советую эту игру ставить на самый низкий уровень звука, ну или просто звук, потому что эти скримеры, фиолетовые мрази, я их так называть буду, они очень сильно орут. Капец, я опять не туда подышу. Именно не кричат, а орут, блин. Осторожно так делай круги, предупреждай меня, а то я еще нарвусь на... Да блин, а! Нарвался. Она прям на меня вылезла-то, прикинь? Просто на меня полезла и все. Это вдалеке буду держаться. Вот, а, да, кстати, блин. Все, нашел. Я же говорил, что у красного. Стой, отойди, можешь отойти? Я не могу двигаться. А, все, you win, да, отлично. Все, наконец. Просто я как раз таки не подобрал тарелку эту. Ага. В общем, хоп, хей, ла-ла-лей. Мы прошли игру. Да, мы прошли игру. На самом деле, если играть его в первый раз, будет больше ощущений. Ладно. Да, будете кирпичи откладывать очень много. Но она уже довольно старая, мне кажется, много уже познакомились люди. Много познакомилось. Ну, мы все же показали, что играть как бы можно в такую хардкорную. И собрать все эти кремы можно. Их, конечно, концовка хорошая. Так, солнце светит и телепузик стоит. Ну да. Шляпа-далматинец и... Шляпа-далматинец. Ладно, в общем, я ливаю. Угу. Так. Думаю, вам понравилась игра и прохождение наше. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, комментируйте. С вами были Андрей. И Александр, стоп. Я еще забыл важную тему сказать. У меня, кстати, тоже есть свой канал. Ну, надеюсь, ты не против. Да, конечно. У меня тоже появился свой канал. Называется он The Dark Side. Ну, в общем, кто хочет, посмотреть, посетить. Я, в общем, делаю небольшие монтажи. Как бы прохождение, монтаж и музыка, ну и так далее, в общем. Да, ссылка на твой канал будет в описании. Да, в общем... Спасибо за просмотр. Всем пока.